Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о секрете белоснежной улыбки. Как известно, отбеливание является одной из самых востребованных процедур, ведь каждому хочется иметь шикарную белоснежную улыбку. Поэтому, обращаясь к стоматологу, каждый второй пациент желает отбелить зубы, сделать эмаль хотя бы на пару тонов светлее. Сегодня это возможно и в домашних условиях, благодаря широкому выбору отбеливающих систем. Подобрать наиболее эффективное отбеливающее средство – задача не из легких, ведь здесь имеются и отбеливающие пасты различных производителей, зубные щетки, карандаши для отбеливания, гели, пенки, осветляющие эмаль полоски, а также целые системы для осветления тона эмали в домашних условиях со специальными капами внутри. Поэтому мы решили помочь вам с выбором, а также рассказать о том, почему домашнее отбеливание действительно неплохой вариант. Каждый человек от природы наделен своим индивидуальным оттенком зубов, который дается ему от рождения. Но желтоватые зубы могут стать еще темнее под воздействием чая, кофе, сигарет и иных красителей, которые мы употребляем с пищей. В домашних условиях можно осветлить зубы на несколько тонов без боли и визитов к стоматологу при помощи специальных паст и гелей. Отбеливание зубов у стоматолога стоит очень дорого, к тому же не у всех есть время для таких процедур. Поэтому стоит попробовать справиться с проблемой самим, для начала сменив пасту и щетку на отбеливающие, а после попробовав систему отбеливания с капами. Если после нескольких дней применения вы не увидели результата, то не стоит винить производителей в некачественной продукции. Отбеливающие гели и пасты должны применяться систематически и в течение длительного периода. Отбеливание зубов при помощи специальных систем с капами, назубниками, которые заполняются гелем и плотно прилегают к зубам. Такие системы оставляют на зубах на всю ночь или на несколько часов. Капы намного эффективнее паст, но конечный результат зависит от исходного состояния зубов и длительности воздействия. Отбеленный цвет сохраняется на долгий срок. Спустя какое-то время процедуру можно повторить. Но следует учитывать, что отбеливание капами может вызвать раздражение слизистой или гиперчувствительность зубов. И хотя подобное случается редко, предварительно лучше проконсультироваться со своим стоматологом. И само собой, следует выбирать средства только проверенных и зарекомендовавших себя компаний, таких как Amazing White, Global White Sensitive, Hollywood Smile, White Kiss, Night White, Zoom. Неплохо отбелить зубы можно при помощи специальных паст таких производителей, как Rox, Swiss Dent, White Smile, BRP Whitening, Blanks, Breast RX. Но не стоит забывать, что они устраняют налет и потемнение только с верхнего слоя эмали. Производители предлагают как просто отбеливающие пасты, так и различные пасты-гели с полирующими гранулами, отбеливающими частичками, различными добавками, улучшающими состояние зубов и придающим им блеск и белизну. Также фирма Blanks представляет инновационный комплекс для интенсивного отбеливания, состоящий из пасты, содержащей компонент, активирующийся при воздействии света и активатора, источника света. Но не стоит злоупотреблять пастами с отбеливающим эффектом. Желательно применять их курсами для осветления эмали на несколько тонов. Отбеливание в домашних условиях при помощи специальных карандашей для зубов, к примеру, White Glow, Amazing White, White Kiss, White Smile, Love That White Smile, также достаточно эффективно. Сам карандаш небольшой, напоминает ручку и легко помещается в дамскую сумочку или карман. На конце карандаша, под колпачком, находится щетка, при помощи которой гель можно нанести даже на труднодоступные участки зубов. После нескольких минут гель начинает вымываться слюной,
благодаря чему нет надобности дополнительно полоскать рот водой или смывать гель с зубов. Отбеливание карандашом удобно проводить вне дома. Оно удаляет пятна и потемнение с эмали, освежает дыхание, однако не дает полноценного эффекта. Его скорее можно рассматривать как вспомогательное средство к основному отбеливанию при помощи кап. Отбеливание зубов при помощи полосок, пенок, гелей от таких производителей, как Global White Gel и White Wash Laboratories, также может дать неплохой результат при регулярном применении. Применять полоски довольно просто. Они закрепляются на зубах без предварительной подготовки. Но недостаток такого способа в том, что зубы не идеально гладкая поверхность, поэтому полоски не могут отбелить промежутки и углубления в эмали. Что касается отбеливающих пенок и гелей, то это невероятно удобно, и применять их можно в любом месте, где есть доступ к стакану с водой. Эти средства содержат полезные экстракты трав и растений, поэтому не только отбеливают, но и защищают зубы. Чтобы постоянные визиты к стоматологу не били вам по карману, а улыбка была естественной и раскованной, обязательно запаситесь средствами для отбеливания зубов в домашних условиях. Ведь белоснежная улыбка – это неотъемлемая часть образа. То, что сделает вас увереннее в себе и усилит вашу привлекательность.